«Лебединое озеро». Метафора романтического балета, метафора классического русского балета для всего мира. В эти дни в Вене началась серия спектаклей, которые продлится весь май и июнь. 12 раз идет «Лебединое озеро» на венской сцене, а 14 и 17 мая в главных партиях Зигфрида и Адетты Адилии выступили солисты Большого театра Ольга Смирнова и Семен Чудин. Они принесли на венскую сцену и показали венской публике великолепие российской балетной школы. Конечно, руководство Венского государственного балета многое делает за последние годы для того, чтобы поднять уровень здешней балетной труппы, который уступает знаменитой венской опере, который уступает тому уровню балета, к которому мы привыкли в Москве или в Петербурге, который известен в Париже или в Нью-Йорке. Вена считается не балетным городом, и тем не менее здесь есть своя балетная история. Спектакль 17 мая был 227-м представлением редакции «Лебединого озера», сделанной в 1964 году Рудольфом Нуриевым. На той премьере 1964 года, которую танцевали легендарные Марго Фонтейн и Рудольф Нуриев, артистов вызывали 89 раз. Это непревзойденный рекорд для венского оперного балетного театра. Солистка Государственного академического Большого театра России Ольга Смирнова поразила сегодня венскую публику, в том числе и своим преображением. Ольга Смирнова Адетта и Ольга Смирнова Адилия, Белый лебедь и Черный лебедь, были настолько различны между собой, что сложно было представить себе, что их танцует одна балерина. Надо отметить, что и в венской труппе, которая будет продолжать вести этот спектакль вплоть до следующего месяца, немало артистов российской балетной школы. В партии Зигфрида будут выступать Владимир Шишов, Денис Черевичко, Роберт Габдулин, а Адетту Адилию, среди прочих, будут танцевать Людмила Коновалова и Мария Яковлева.